бастауға дайын. Қытай елінен келген екі спортшы бар. Ол Цю Кяофэн Ибрахим. 400 метрді. Ирак спортшылары жүгіруден жақсы, өте тамаша нәтиже көрсетті және қатарлық спортшылар да мықты екенін байқатуда. Михаил Литвин міне. Қазақстан 96 жылғы жақында ғана туған күні болды. Михаил және Қатар елінен келген Омар Исмаил Ибрахим. Бұл жерде фаворит осы Ибрахим, Омар Исмаил. Және Михаил Литвин да жүлделен үмітті. 400 метр. Теми людьми, за которыми мы сейчас будем следить в этом финале. И они, собственно говоря, одни из главных фаворитов. метров, два круга. Без фальстарта и понеслись. Ну что, пока нужно добежать сейчас до этой отметки, где потом можно менять дорожки. Михаил Литвин, по крайней мере, вместе с Зенцем сейчас после выхода с виража очень неплохо накатывают. Первая и третья позиция у нас. И тут можно попробовать разыграть командную тактику. Потолкались хорошо, нормально. Литвин там по ногам бежит ему представитель Катара. Держать. Михаилу нужно держать вираж во что бы то ни стало и не пускать соперника. Давай. Всем еще всем набегай. Потерпи. Чуть-чуть. Давай. Обидно. И там еще и падение. Представитель Китая забежал на бронзу. Какой же драматический забег получился. И обидный для нас, потому что... Но не то, чтобы мы отдали это золото. Представитель Катара, конечно, здорово в конце добежал. Ибрахим молодчина. Он мне просто Ирак Тангельген спортшыда влап қалды. Мне хазыр Омар Исмаил. Азия чемпион атаны отыр. Шынмен де бұл жерде жалпы... Очень приятно, да вам всякую выступать. Барлық жанкерлерге алғысын айтуда. Михаил, ал мне... Катарлық.